I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. На протяжении 5 лет он безнаказанно орудовал в Хакасии и творил самые страшные преступления. Из-за халатности сотрудников правоохранительных органов абаканский маньяк убил 5 молодых девушек, а еще 6 изнасиловал и жестоко покалечил. Когда Лебедя поймали, он сразу начал признаваться в преступлениях. На 3 листах Дмитрий написал список с 80 именами и заявил, что убивал женщин с 15 лет. Как такое возможно и на какие уловки шел серийный убийца, чтобы его отпустили? Тихий и необщительный тюфяк. Дмитрий Лебедь родился в 1983 году в поселке Кодинский Кежемского района Красноярского края. Он был старшим среди своих 6 братьев и сестер. Дима рос очень тихим и необщительным мальчиком. Его родители много работали, а досуг проводили с друзьями в очень частых застольях. В итоге детьми большую часть времени занималась их строгая бабушка, педагог по образованию. Именно благодаря ей Дмитрий сумел выучиться и достойно окончил школу. Бабушка была для детей и мамой, и папой, и всеми родственниками сразу, вспоминают знакомые Лебедя. Но когда бабушка умерла, дети стали вообще никому не нужны. В школе Лебедь учился хорошо, но был замкнутым и не пользовался авторитетом у одноклассников, предпочитал общаться с детьми из младших классов. Также одноклассники над ним часто издевались из-за его крупного телосложения, называя Винни-Пухом. Когда о его преступлениях стало известно всему городу, некоторые из родственников сообщили журналистам, что у Лебедя авторитарная строгая мать, которая добивалась от домочадцев беспрекословного повиновения и подчинения. Его знакомые и немногочисленные друзья также отмечают, что мать была настолько строга, что могла выгнать ребенка раздетым на мороз в наказание. Сама женщина отказалась от каких-либо комментариев, отметив лишь, что приговор сыну считает несправедливым. В 18 лет его призвали в армию. Он служил водителем большегрузов в ракетных войсках Краснодарского края. А демобилизовавшись, вернулся на родину и устроился водителем в систему ЖКХ. Там сразу давали комнату в общежитии. В 2010 году устроился на работу в такси и вскоре познакомился с Еленой, своей будущей женой. Она его полная противоположность. Целеустремленная, самодостаточная, со своей квартирой, высшим образованием и хорошей работой. После бабушки Елена стала второй женщиной, которой Дмитрий был нужен. Она во всем поддерживала мужа, стараясь помогать ему во всем. В браке у Дмитрия и Елены родилось 2 детей. Как отмечают в Следственном комитете, при посторонних он был добряком, а дома показывал истинную сущность. Избивал жену и запирал ее на балконе, а однажды даже попытался задушить после ссоры. И в мае 2012 года женщина не выдержала и выгнала Дмитрия из дома, и супруги развелись. Любовь маньяка. Отойдя наконец от расставания с женой, Лебедь встретил женщину, которую смог очаровать, и переехал к ней. А спустя пару лет он завел себе еще одну любовницу и стал жить на 2 дома. Обе его гражданские жены долгое время не знали о существовании друг друга и до самого вынесения приговора надеялись, что Дмитрий к ним вернется. Обе они опишут его во время процесса как доброго и заботливого человека. Одна из его гражданских жен – 42-летняя Стелла Комиссарова. Женщина сама является водителем такси.
познакомилась с Лебедем несколько лет назад, когда у нее сломалась машина. Помимо основной работы, она пекла торты, и их нужно было развозить клиентам. Для этого она несколько раз вызывала такси, и почти каждый раз ее отвозил Дмитрий. Мужчина активно интересовался Стеллой, ее жизнью, оказывал всяческие знаки внимания. Спустя несколько месяцев ему все же удалось добиться взаимности, и между ними начались отношения. Стелла описывала Дмитрия как заботливого и невероятно доброго мужчину. Несмотря на то, что между ними возникали конфликты и драки, женщина считала Лебедя мужчиной мечты. Одаривал Стеллу подарками, покупал подарки ее детям. «Для всех чудовище, а для меня просто Дима. Его проклинали, но я до последнего верила. Это оговор», — говорила женщина. В 2023 году на экраны вышел сериал «Мерзлая земля» по реальной истории таксиста-маньяка Дмитрия Лебедя и его гражданской жены Стеллы Комиссаровой. Они были вместе 2 года, пока абаканский душитель не совершил еще одно преступление – последнее. Первые жертвы, 2012 год. 4 сентября 2012 года. Бригада из Абакана косила траву и убирала мусор на обочине загородной трассы, когда один из рабочих нашел под ногами черный телефон Samsung. Батарея от него лежала рядом и уже взбухла от огромного количества влаги. Ее рабочий подобрал и выкинул в мусорный мешок, а телефон с запотевшим экраном положил сушиться на панель прибора в своей «Газели». Чуть позже, неподалеку от того же места, он обнаружил женскую сумочку, в которой были личные вещи. Еще в 100 метрах обнаружились бюстгальтер розового цвета, трусы и женский кошелек. Все это отправилось в пакеты с мусором. Телефон рабочий забрал себе и включил его дома. На следующий день к нему приехали сотрудники уголовного розыска, отследившие сигнал. 22-летняя Анна Лошкова была объявлена в розыск летом 2012 года. В ночь на 20 июня студентка сидела с друзьями на скамейке у дома номер 102 по улице Крылова в Абакане. Когда в 2 часа ночи компания стала расходиться, Анна сказала, что за ней заедут, и осталась ждать во дворе. Больше ее никто не видел. В объявлении МВД были перечислены особые приметы девушки. Мочки ушей с проколами, носит серьги из серебра в виде клубники с фианитами. На мочке левого уха дополнительно 2 серьги из серебра в виде колец диаметром 1 см. На левом предплечье множественные продольные шрамы от порезов. На правом локте шрам округлой формы от ожога. В день исчезновения с собой у нее была черная сумка, 2 ключа на кольце, блистер с таблетками, сотовый телефон Samsung в черном корпусе, зеркальце в форме плитки шоколада, мокрый бело-розовый купальник и розовое портмоне. По факту пропажи Анны Лошковой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Тело девушки так и не нашли. В 2015 году из-за пожара в селе на свалку вывезли много мусора. Кроме того, там иногда работают грейдеры, которые могли смешать кости девушки с землей. 13 октября 2012 года была убита 20-летняя Изольда Чебадаева. Она вышла из кафе, села в такси и уехала. Ее тело нашли 17 суток спустя, 30 октября, в оросительном канале. В крови погибшей был обнаружен алкоголь. Однако из-за посмертных изменений тела определить причину смерти было невозможно. Подвез и убил. Еще одно преступление Лебедь совершил в апреле 2013 года. Тогда на границе Красноярского края и Хакасии 18-летняя девушка прибежала на АЗС с просьбой о помощи. Несмотря на мороз, одета она была в одну майку и джинсы, на шее у нее виднелись кровоподтеки. Оператор заправки вызвал полицию. Правоохранителям пострадавшая рассказала, что грузный темноволосый мужчина затащил ее в авто, вывез из города, изнасиловал, а потом попытался убить. Тогда полиция задержала 27-летнего Дмитрия Лебедя в первый раз. Допрос убийцы проводил следователь Антон Кандауров, но вместо полноценной работы с подозреваемым
он лишь взял с него объяснительную, а потом отпустил. Через 10 дней на допросе оказалась сама жертва маньяка. Кандауров начал издеваться над девушкой. Он высмеивал ее и требовал забрать заявление, якобы она сама решилась на интим. Следователь также предлагал ей пообщаться с Лебедем при нем. Под давлением жертва написала заявление, что у нее нет никаких претензий к насильнику. В 2014 году Лебедь попытался изнасиловать двух женщин, но жертвы маньяка смогли сбежать. Ими оказались 33-летняя Дарья и 35-летняя Анастасия. Дарья попала к Лебедю, когда ловила попутку на дороге. У нее сел телефон, и она не могла вызвать такси. Женщина забеспокоилась, когда машина проехала мимо ее дома и не остановилась. На вопросы водитель не отвечал, только заблокировал двери. Остановился таксист только на пустыре за городом, где попытался изнасиловать Дарью. Он опустил водительское сиденье и перелез на заднее. Стянул с себя штаны, после чего завернул мне руки за спину и, удерживая одной рукой, второй рукой стянул с меня штаны. Я оттолкнула его от себя. Он отклонился назад, и я дернула дверцу машины и выскочила, рассказала пострадавшая девушка. Кое-как Дарья смогла добраться до дома. Ее двое детей уже спали, а дверь ей открыла мать. В тот вечер девушка наглоталась таблеток, но позже промыла желудок. На следующий день на работе ее стало рвать кровью, и девушку отвезли в больницу. Там она и рассказала о нападении маньяка. Сразу из больницы Дарью увезли в полицию для дачи показаний. Еще через несколько дней она пошла давать показания в следственный комитет следователю Алексею Попову. Однако уголовное дело так и не возбудили. Следователь стер ее показания и предложил написать другую версию. Насилия не было. Историю про попытку изнасилования Дарья выдумала, а таблеток наглоталась из-за личных проблем. Под диктовку Попова женщина написала новое заявление и оставила свою роспись. Тогда же таксиста снова вызвали на допрос, но его опять отпустили из-за отсутствия доказательств и давления на жертв со стороны следователя Алексея Попова. А уже в конце июня Дмитрий Лебедь напал на Анастасию в подъезде дома. Насильник пытался задрать ей сарафан, приговаривая: «Давай, давай, я сейчас, быстренько». Кричать Анастасия не стала, вместо этого смогла отбиться от Лебедя. В этот раз уголовное дело о покушении на изнасилование тоже не было возбуждено. Следователь прислал отказ с такой формулировкой: в связи с тем, что неустановленный мужчина сам отказался от своих противоправных действий. Кровавый список 2015 года. В 2015 году таксист решился сразу на 4 преступления. В феврале в машину Лебедя села Елизавета. Ей маньяк предложил шампанское, после которого девушка потеряла сознание. Дмитрий вывез Елизавету за город, изнасиловал и избил, после чего отвез домой. Молодой человек Елизаветы запомнил номера машины, и таксиста снова допрашивала полиция. Однако дело так и не возбудили. Отказ Елизавета получила сразу от 3 следователей – Алексея Попова, Владислава Бернятского и Виталия Чекмарева. 5 июня 2015 года убийца пошел на новое преступление. Его жертвой стала 26-летняя Наталья Якова. Она вышла из дома, поймала такси и уехала. Больше девушку живой никто не видел. 12 июня 2015 года пропала 27-летняя Анастасия Баргаякова. Накануне выходного дня вместе с мужем и друзьями она ездила развлекаться в центр города. Сходили в кинотеатр, выпили пиво, потом поехали танцевать в кафе «Рояль». Анастасия была одета в нарядное черное платье с орнаментом, меняющим на свету цвет. Рано утром вместе с подругой она вернулась в дачный район, где жила с семьей. Однако уже через пару часов она поссорилась с мужем, и он уехал отдельно от нее.
Девушки посидели на улице и выпили еще пива. Около 7 утра к ним подъехал муж Анастасии, и пара вновь разругалась. Девушка выбежала на дорогу, поймала машину и уехала. Родственники сразу поняли, что с Анастасией что-то случилось, когда она не вернулась домой в тот же день. У женщины были 2 маленьких ребенка, 5 и 1,5 лет. Она никогда надолго их не оставляла. Отец девушки Виктор Кичеев рассказывал журналистам, что с момента исчезновения дочери практически не спал 2,5 года. Все это время он пытался найти хоть что-то, что помогло бы ему найти дочь. По словам Виктора, в первые дни он надеялся, что его дочь найдет полиция, а затем начал поиски. Добрый день, мои земляки. Обращаюсь к вам, к нашим землякам, ко всем россиянам. В день, великий праздник, День России, год назад потерялась моя дочь. Это для нас очень большое горе, беда. Вот в этом месте год назад дочь перешла дорогу, села примерно вот в этом районе в автомобиль. Со слов подруги, автомобиль был русского производства, «Жигули». Виктор с самого начала знал, что в исчезновении дочери замешан случайный водитель, с которым она уехала. Однако выяснить номер или хотя бы марку автомобиля не удалось. На кирпичной улице, где Анастасия поймала машину, находилась камера наружного наблюдения. Она должна была зафиксировать номера забравшего ее автомобиля. Но за видеозаписью никто не обратился, и она стерлась через 7 дней. Обговорили все, что видеозапись вот эту отправляем в Москву. И в итоге что получается? Через 3 месяца приходят госномера с увеличением, которые разглядели. А оказывается, видеозапись-то вообще другая. Ну, я не знаю, какими словами к оперативникам еще обращаться, чья это вина. Но это, конечно, я просто так не оставлю. На свидетельские показания, как выяснилось позже, положиться тоже было нельзя. Подруга Анастасии говорила, что ее увез белый ВАЗ старой модели. Позже оказалась серебристая Nissan Тиида. Целый месяц я добиваюсь, чтобы видеозапись отправили с кирпичной 13, как было изначально обговорено. Ну, понимаете, Следственный комитет уже месяц, целый месяц не могут с МВД, чтобы МВД предоставило эту видеозапись. О каких можно быть речь идти о преступлениях, чтобы раскрыть, если они видеозапись даже уже больше месяца с МВД не могут забрать. Кичеев значительную часть работы по поиску дочери в итоге проделал сам, используя свои связи. Параллельно несчастный отец собирал информацию о других пропавших девушках и пришел к выводу, что в городе и окрестностях орудует маньяк. Но полиция не хотела верить в эту версию. Поисковые мероприятия, организованные МВД, так и не дали результата. Отчаявшиеся родственники девушки стали обращаться к местным экстрасенсам и шаманам, внимательно проверяя все места, на которые те указывали. Писали даже в битву экстрасенсов. Однако это совершенно не помогало продвижению дела. Другой инцидент произошел 26 июля. Беременная 28-летняя Мария Савельева поругалась со своим мужем и ушла в кафе, где немного выпила. Когда стало совсем поздно, то она вызвала такси, чтобы уехать домой. К несчастью, водителем оказался Дмитрий Лебедь. В какой-то момент маньяк предложил ей покататься по городу, чтобы развеяться. Девушка согласилась. По дороге она взяла еще пиво в магазине, а позже уснула. Савельева проснулась, когда таксист пытался снять с нее брюки. Девушка смогла выскочить из машины и спастись. Дома Мария рассказала мужу о произошедшем,
Вместе они пошли в полицию, но дело снова отказались возбуждать, так как не было никаких доказательств. Последнее преступление. В марте 2016 года маньяк-таксист напал еще на одну девушку, Евгению, но ей удалось сбежать. Жертва потом смогла опознать машину Лебедя, но по ее словам в полиции над ней начали смеяться и требовали не писать заявление. В очередной раз насильник остался на свободе. Ранним утром 2 сентября 24-летняя Оксана Литвинова вышла из бара, где была вместе с подругами. Девушки поссорились и уехали без Оксаны, она осталась ждать на автобусной остановке. Оксана в Абакан переехала за полгода до своего исчезновения. До этого жила в небольшом курортном поселке Шира с мамой и младшей сестрой. Но в поселке для молодой амбициозной девушки было мало перспектив, поэтому она решила переехать в город. Перебралась Оксана в Абакан вместе с младшей сестрой, 19-летней Аней. Сняли квартиру, Литвинова устроилась в салон сотовой связи продавцом. Пропала она в ночь с 1 на 2 сентября. До этого предупредила сестру: «Встречаюсь с двумя одноклассницами, в кафе пойдем поболтать». На следующий день после исчезновения сестра Оксаны подала в полицию заявление о ее пропаже, но по словам матери девушки, сначала полиция не собиралась искать пропавшую. 4 сентября мать Оксаны попыталась подать заявление в Следственный комитет, но следователь сказал, что у него выходной, и в итоге дело об убийстве возбудили 5 сентября, только после этого МВД приступили к поискам. Не дожидаясь полиции, родственники пропавшей начали свое собственное расследование. Родным и друзьям путь Оксаны удалось восстановить буквально по минутам. Сначала девушки зашли в кафе «Арсенальное». Репутация у заведения не самая хорошая. Там часто собираются люди, ведущие маргинальный образ жизни. По камерам видеонаблюдения видно, девушки пробыли здесь около 10 минут. Потом стояли на пороге, видимо решая, что делать дальше, и отправились в другое, похожее кафе «Братское». Но и там надолго не задержались, вызвали такси. Спустя несколько дней, когда к поискам подключились десятки человек и расследование уже шло полным ходом, неподалеку от местного ипподрома нашли банковскую карту Оксаны. Оперативники сразу же разослали по ломбардам украшения потерпевшей и в конце сентября вышли на убийцу девушки. Они установили, что их сдал Дмитрий Лебедь вместе со своим родным братом. Позже было найдено и тело Оксаны. Убийца оставил его в лесополосе в нескольких километрах от Минусинской ТЭЦ, закидав гнилым сеном. Как поймали абаканского маньяка? Расследованием убийства Оксаны Литвиновой сначала занимался следственный отдел по Абакану, затем это дело передали в отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хакасии. Дело попало к Светлане Адырейко. Дмитрия Лебедя задержали 20 сентября, благодаря разосланной по ломбардам ориентировке с фотографиями украшений, снятых с трупа Оксаны Литвиновой. Крестик девушки он сдал в ломбард сам, но небольшую часть золота, серьги, цепочку и кольцо отдал младшему брату Евгению, попросив его заложить их от своего имени. Ему же он отдал банковскую карточку Оксаны с написанным на ней пин-кодом. Поняв, что на карте нет денег, Евгений Лебедь выкинул ее у гостиницы «Дружба» в центре города. Прохожий, нашедший карту, вернул ее родственникам Литвиновой. Вместе со старшим братом Евгений поехал в Минусинск и сдал там в ломбард цепь и серьги, выручив за них несколько тысяч рублей. Вместе с другим братом Александром он сходил в ломбард в Абакане и продал там золотое кольцо с камнями в виде цветка. Его Оксане Литвиновой подарил парень. Она носила его, не снимая. В ломбардах сохранились квитанции с его паспортными данными, а также записи с камеры, которая зафиксировала лица братьев. Оперативники задержали троих братьев в один день. Евгений утверждает, что в отделении полиции его избили и пытали электрошокером. Позже двоих братьев отпустили, а Дмитрия оставили. Евгений и Александр в итоге проходили по делу как свидетели. Когда в сентябре 2017 года Дмитрия Лебедя задержали,
В Следственном комитете стали запрашивать у таксопарков маршруты продвижения автомобилей, которыми он пользовался. Как выяснилось, все они были оборудованы GPS-датчиками. Проверив маршрут передвижения его машины 12 июня 2015 года, следователи обнаружили, что в 7 часов 34 минуты он остановился на улице Кирпичная, а затем развернулся и двинулся за город по трассе Абакан-Аскиз. По пути таксист совершил две длительные остановки. В 9 часов 10 минут он свернул с дороги и остановил машину у ручья за поселком Усть-Камышта, где пробыл 33 минуты. После этого он вернулся за руль, выехал на трассу и через несколько минут съехал на обочину. Здесь он простоял 12 минут. Во время первой остановки Дмитрий Лебедь изнасиловал и убил Анастасию Баргаякову, а остановившись во второй раз, снял с нее золотые украшения, вытащил тело из машины и спрятал в 100 метрах от обочины среди деревьев, присыпав сверху травой. Кроме того, в конце 2017 года в деле Лебедя появился еще один труп. Тело убитой им в июне 2015 года Натальи Яковой следователи изначально спутали с другим человеком, и девушка была похоронена на кладбище для бездомных. Следственный комитет добился эксгумации останков и проведения ДНК-экспертизы. Признание абаканского душителя. Сначала Дмитрий Лебедь пытался говорить, что ничего не знает, и все совпадения случайны. Но потом, после того, как его опознали, выбрал другую тактику. Написал чистосердечное признание, в котором указал более чем 100 жертв. Тщательная проверка показала, что большинство преступлений выдуманы, но среди них были и реально убитые – Лошкова, Баргаякова и Якова. В итоге были достоверно установлены 11 жертв Лебедя, 5 убитых и 6 выживших. По словам следователя Адырейка, Лебедь признавал попытки изнасилования выживших жертв, а насчет убитых говорил, что секс с ними был добровольным. Когда попытка запутать следствие сотни ложных преступлений не удалась, маньяк вновь изменил тактику. Теперь он стал утверждать, что его жестоко пытали, навязывая чужие дела. Однако и эта попытка у него сразу провалилась, потому что слишком много свидетелей уверенно опознали его, а по всем преступлениям были убедительные материальные доказательства. Судебные психиатры признали Лебедя вменяемым, но отметили его крайнюю акцентированность на своих личных интересах и абсолютное пренебрежение ко всем окружающим. Отметили они и наличие у маньяка гетеросексуальной раптофилии, расстройство, при котором сексуальное влечение усиливается при насильственном половом акте. Важно отметить, что большинство мужчин, страдающих раптофилией, считают свое поведение совершенно нормальным. При этом они понимают и отдают себе отчет в том, что приносят боль и страдания своим жертвам, в числе которых чаще всего преобладают незнакомки. Суд. 12 апреля 2019 года Дмитрий Лебедь был приговорен к пожизненному лишению свободы за 4 убийства, 6 изнасилований и многочисленные попытки изнасилования. При этом 2 изнасилования, Лошковой и Яковой, исключили из приговора маньяку за недосказанностью. А по убийству Изольды Чеподаевой, 5-му на счету Лебедя, предварительное следствие приостановили из-за неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Но работа по нему продолжилась, даже когда маньяк отправился отбывать наказание в исправительную колонию номер 6 по Хабаровскому краю «Снежинка». Там, в колонии, убийца узнал, что расследование по делу Чеподаевой продолжается, и в конце 2021 года написал явку с повинной. С эпизодом убийства Изольды Чеподаевой возникли сложности. Тело женщины нашли в канале, и эксперты не смогли дать однозначного заключения о причинах ее смерти. Тогда следователь Светлана Адырейко по минутам восстанавливала историю, произошедшую в 2012 году. Была проведена ситуационная экспертиза и допрошены все свидетели последних часов жизни погибшей. Они точно указали то место, где она садилась в такси, и это совпало с записями треков таксомоторной компании. Одна из подруг погибшей Изольды вспомнила мужчину, который снимал номер в гостинице «Дружба» и наблюдал, как Чеподаева садится в машину.
Его удалось разыскать. Он уже много лет жил в Тыве. Этот свидетель вспомнил и описал машину. Светлые «Жигули». Указал на характерное заметное повреждение заднего крыла. И даже отметил, что при открытии двери свет в салоне не зажегся. Поэтому, когда Дмитрия Лебедя этапировали из Снежинки в Абакан, у следствия хватало доказательств его преступления. Они вместе с записанными на видео признаниями самого маньяка легли в основу нового приговора. Следствие и суд установили, что 13 октября 2012 года Дмитрий Лебедь привез Изольду Чебадаеву на берег дренажного канала, протекающего вдоль северного проезда города Абакан. Там он задушил жертву, предварительно вступив с ней в интимную связь, а затем сбросил тело в воду. За свое пятое убийство Дмитрий Лебедь получил еще 9 лет в колонии строгого режима. Формально в его судьбе это мало что меняет. Разве что на условно-досрочное освобождение он сможет подать теперь не в начале 2045, а лишь в конце 2047 года, когда ему исполнится 61 год. Ни один из следователей, отказавших пострадавшим девушкам в возбуждении уголовных дел, не получил реального лишения свободы. Уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями были возбуждены только в отношении следователей Алексея Попова и Антона Кандаурова. Кандауров в 2019 году был приговорен городским судом Абакана к 2 годам колонии поселения и выплате 50 тысяч рублей компенсации потерпевшей Ангелине, которую он уговорил написать отказ от заявления. Из-за истечения срока давности преступления его освободили от отбывания наказания. Суд по делу Алексея Попова прошел 6 марта 2019 года. По решению городского суда Абакана следователь признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчина свою вину не признал. Но так же, как и Кандауров, мужчина избежал своего наказания, потому что срок давности его преступления истек. Светлана Адырейко отмечает, что не снимает вины со следователей, но призывает воздержаться от обвинений, потому что по делам такой категории очень много заявлений. Дорогие подписчики и гости канала, как вы считаете, как удавалось таксисту скрывать от своей гражданской жены свою преступную жизнь? Могло ли быть больше жертв у Дмитрия Лебедя? Своим мнением делитесь в комментариях.